Во Франции при аварии на железной дороге пострадали 50 человек, и 10 из них получили серьезные ранения. Все произошло в Сен-Анне, к востоку от Монпелье. Скоростной поезд, направлявшийся в Ним, врезался в дерево, которое на рельсы повалило ураганом. На месте работают спасатели, они сейчас эвакуируют пассажиров. Всего в вагонах и было около 200. Движение поездов на этом участке временно приостановлено.